и вам надо обсуждать со своей командой все, чему я обучаю. Ловили? Надо будет конспектировать снова 3-4 раза. Вы должны кое-что понимать. Вода. Когда было в селе, я вырос в селе, в ауле вырос. У нас в ауле, когда источники вода проходят, вода, дай мне маленькие источники, маленькие. И вода не хватало, чтобы поливать. А что мы делали, когда вода не хватает поливать? Строили дамбу, накопили воду. Мы хавз называем его. Накопили воду, а потом открываем, чтобы поливать. А что надо делать с твоим мозгом, чтобы твой мозг мог по-другому работать дальше? Накопить. Кто понял? Накопить, чтобы быть больше продуктивным. Значит, вот это год, раз вы выбрали учебу, это год, вы должны максимум больше времени уделять себе. Правую руку поднимем, повторим за мной. Над собой работай больше, чем над своим бизнесом. Над собой работай больше, чем над своим бизнесом. Вы улавливаете, что я рассказываю? Почему? Потому что если ваше сознание не растет, у вас восприятие не растет, умственные возможности не растет, вы будете меня просто слышать, но не можете делать. Уловили? Поэтому над собой надо сейчас больше работать. Выберите время для себя больше, чтобы у вас фундамент стал более крепким, фундамент стал сильным, чтобы все умственные барьеры покидали вас. Все, понимаете, чтобы ваши ментальные блоки ушли. Чтобы вы должны над собой больше работать сейчас, психологически, настроенно и так далее. Вот тогда результаты гарантированы будут. Но нужно время. Улавливаете, что я объясняю? Вот это очень необходимые шаги, не пропуская. Цель это год, над собой больше работайте. Деньги будут. Кто меня понял? Деньги будут. Деньги еще будут столько, что вы даже будете в шоке, где они были до сегодня. Я серьезно говорю. Знаете, это так. Правую руку поднимем, повторим за мной. Успех, успех. Нашей жизни, нашей появляется, жизни. Дважды. Появляется дважды. Сначала в голове, а потом в реальности. Потом в реальности. Если она в вашей голове не появилась, вы не можете его в реальности формировать. А его в реальности делать не можете. Вы в голове, что у вас есть, то и делаете в жизни. Если в голове нету, вы не будете делать ничего. В голове алкаша что находится в его голове? А в голове бандита что находится? А в голове бабника что находится? А поэтому он эти вещи делает. Вы понимаете, о чем речь? Что у вас в голове, и она будет в вашей жизни. А теперь, если в голове нету ясности, если в голове туман, если в голове ветер, твои действия, они будут много неэффективнее. Ошибки много будет. Очень много будет ошибки. Потихонечку появится конкретика. Через по окончании нашего курса вы себя не узнаете потом. Это очень важный момент. Еженедельно прочитать лекцию, которую я даю. Вы здесь, когда поучитесь, вы придете и делаете. Дело в чем? Дело в том, что взрослый человек, его способности усваивать еще хуже, чем у детей. Мы это понимаем. Усваивание материалов очень сложнее. Но учеба когда происходит? Когда делаешь. Когда ты делаешь, ты поймешь, ты, как это работает, ты учишься. А вот сейчас учитесь вы? Нет, вы просто слышите. А учеба происходит, когда ты делаешь. Хорошо? Хорошо?